Белые акации, груздья душистые, ночь напролет нас сводили с ума. Белые акации я в Израиле не видела ни разу, а вот желтые акации здесь полно. Вот сижу, любуюсь, она уже отцветает, слушаю ее, как поют птички, наслаждаюсь. Мне это очень-очень нравится. Сегодня день защиты детей. Хочу всех мам, бабушек, дедушек, пап и всех-всех-всех поздравить с этим великим праздником. Пожелать, чтобы детки были здоровы, чтобы они слушались родителей, не доставляли вам хлопот и забот очень много. И самое главное, чтобы у наших детей и у нас было мирное небо над головой, чтобы было солнышко светило и было очень радостно. Вот такую я вам сегодня красивую-красивую природу. Вот это дерево, наверное, липа. Цветет вроде как липа на Дальнем Востоке у нас цвела. Но точно я не скажу. Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста. Вот такая здесь красота. Увидела сегодня двух попугаев больших, они здесь летали все утро. Но пока я настроилась, пока подзарядила свою мобилку, они улетели. Но, может быть, еще прилетят. Во-первых, уже жара начинается, время 8 утра, а уже жара. Поэтому птички уже прячутся в тенечек где-то. А с утра можно услышать симфонии леса. Вот такую вот красоту увидеть и услышать, как поют птицы. Всем хорошего дня, всем прекрасного настроения. Заходите на мой канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик, чтобы вы видели, что вам пришло извещение о новом моем видео. Всем пока-пока!